Всем привет, ребят! С вами, как всегда, ваш канал Дневник системного администратора. И, как все вы знаете, накануне уже у нас скоро будет Новый год. И сегодня я хотел бы вам показать, как можно сделать украшение новогоднее вашего рабочего стола. Как добавить какие-то эффекты, снежинки, там все остальное, чтобы это было красиво, естественно, и чтобы чувствовался Новый год. Ребят, конечно же, в первую очередь вам нужно будет скачать вот такой дистрибутивчик. Я вам закину, естественно, на Google Диск, и вы сможете им пользоваться. Смотрите, здесь есть программки и есть обои на рабочий стол. В принципе, обои для рабочего стола вы, конечно же, можете открыть интернет и скачать сами, какие захотите. Например, давайте попробуем какую-то, ну, вот такую вот, например, сделаем сказочку, да, сделаем фоновым рабочего стола. Как видим, вот сделали мы красиво все, ну, сильно пестро, конечно, но ничего. Смотрите, вот так вот, да, получается, мы сделали сначала картиночку на рабочий стол, вы можете скачать в интернете, это без проблем, конечно же. Далее, что, переходим, папочка Christmas Tray называется. Здесь вы, как видите, можете добавлять разные эффекты, елочки, гирляндочки и все остальное. Здесь, например, вы можете выбрать, например, вот открываем, видим, елочка, да, у нас появилась. Здесь вы, в принципе, можете величину ее, там, скорость вращения, там, прозрачность наложения. Как видим, вот эта прозрачность. Мы уменьшаем, добавляем, нажимаем правой кнопкой мыши, можем закрыть. Можем выбрать, например, другую, запустить побольше елочку, да, например, давайте здесь сделаем. Вот так, такая красивая елочка будет. Также, например, смотрите, вот можно добавить гирляндочку, такая, которая будет сверху светить. Вы, в принципе, ребят, все это дело можете закрывать, и ничего здесь нет. Как видим, вот закрываем, и все. Да, ребят, хотел бы добавить то, что когда вы, например, запускаете данные, вот, например, елочку, там, гирляндочку, Christmas, например, или там гирлянду, как видим, да, то, получается, они автоматически добавляются в автозагрузку. Ну, например, после того, как вы, например, запускали, и же вы не хотите использовать данные параметры, да, естественно, открываете диспетчер задач, переходите в автозагрузочку и убираете, например, вот здесь, как видите, отключено. Я уже подключал те, получается, которые я запускал. А если у вас, ребят, не добавляется автозагрузку, то я вам покажу, как сейчас это сделать. Если же вы хотите, например, данную елочку и, например, данную гирляндочку, чтобы она запускалась у вас сразу со стартом компьютера, естественно, вы должны закинуть это все дело в автозагрузку. У меня автозагрузка, можно выбрать здесь, у меня специальная такая менюшка, как видим, как Windows 7, и здесь у меня есть автозагрузка. Я могу свободно, например, перетянуть данную гирляндочку, но, например, можно открыть компьютер, да, в проводнике написать автозагрузка, и мы попадаем в автозагрузочку. Windows, главное меню, программы, автозагрузка. Теперь мы, например, сюда копируем и вставляем данную программку для запуска, получается, с нашей операционной системы. Как видим, добавили, да, это дело. Все, у нас есть елочка, у нас есть гирляндочка. В принципе, тут еще есть разные всякие. Вот, например, можно вот такого снеговика добавить. Вы, в принципе, правой кнопкой мыши также нажимаете. Здесь можете все делать. Например, 2 дня пишет, осталось до Нового года. Вы можете настроить это все это дело под себя. Как видим, вот. Можно, например, нажать кнопочку Exit, и вы, получается, выйдете. Также есть здесь, как видим, вот такие вот снежинки вот падают, тут начали падать. Вот оно в правом углу. Вы можете выбрать, например, что вы хотите, например, нормально. Можете добавить, например, побольше, например, чтобы падало снежинок. Так же самое вы можете просто нажать Exit, выйти, и не будет никаких снежинок. Также еще программа есть вот такая вот для снежинок. Desktop Show OK. Например, для 32-битной и для 64-битной системы. Так же самое. Запускаете ее. И, как видим, вот здесь мы можем добавить количество снежинок. Вот число их, которое будет. Да? Прозрачность, например, можно сделать. Скорость можно добавить. Как видите, ребят, здесь указано английским. Нажимаете, вы можете выбрать язык, который вам нужен. И нажать кнопочку здесь, вот, как видим, активно. Активно, вот так вот, неактивно. Активно, все, получается, у нас снежинки начали падать. Как видим, можно больше добавить снежинок. Прозрачность можно сделать прозрачнее. Можно сделать покрупнее, чтобы были. Можно скорость падания снежинок увеличить, естественно. Здесь, в принципе, рисунок разный. Например, такие снежинки.
Могут быть такие снежинки. Активировать, деактивировать при движении мыши. В принципе, снегопад, удар. Как видите, тут, в принципе, разные есть. Здесь, как видите, выйти, свернуть. Например, закрываете. У вас все это работает, да? Здесь в трее, получается, два раза кликаем. Здесь можно выбрать сразу запуск, получается, с операционной системой Windows. Нажать, например, выбираете, и будет запускаться с операционной системой. Как видим, можно убрать. Например, хотите закрыть, нажимаете выйти здесь вот и полностью выключается, да, это дело все. Ну вот, смотрите, как это дело у нас, например, получилось. Вот здесь можно разместить где-то еще, например, вот здесь. Вот здесь елочка у нас горит, здесь гирляндочка. В принципе, ребят, вот на данном этапе, я думаю, я буду данное видео заканчивать. Ну, также, ребят, я хочу вам пожелать, чтобы в новом году все сбылись ваши мечты, которые вы только пожелаете. Естественно, чтобы у вас был достаток, чтобы у вас водилась денежка, чтобы родные вас любили, уважали, ценили. Чтобы у вас все в жизни вашей сложилось. И, конечно же, чтобы не ломался ваш компьютер. Всего вам хорошего. С вами был канал Дневник системного администратора. Ставим лайки, пишем комментарии, делимся видео с друзьями. Всего вам хорошего. До свидания.